беру. Пуговицы, да, они очень дешево стоят, но это для меня одна из самых интересных тоже частей вот моей коллекции. Ну, коробок-то сейчас нет. Да. Сейчас печатают прямо на... Пуговица – это такой маленький предмет, казалось бы, такой обычный, да, вот мы вообще не обращаем на нее внимания, но пуговица и пуговица. А вот, и если начинаешь изучать историю пуговиц, это реально история людей. Это история моды, история искусства, история разных техник, история способа обработки различных материалов. То есть все это вот, как знаете, такой маленький музей, вот такой вот в миниатюре. На одной карточке может быть целый музей, потому что здесь абсолютно разные техники. Вот они более-менее подходят. А так, там есть специальные крепления, платы. Есть вот эти полтора месяца снежных, мне их вполне хватает. Потому что было 9 месяцев. Она между, извините, заранее прошу прощения, коллекционером нижнего белья. Я с Испанией близко стала знакома, когда познакомилась с человеком. Но иногда это смотрится, да, как сумасшедший. Какое-то время я собирала пуговицы, знаете, как у детей собирают, и приходила к знакомым, просила, у вас есть коробки с пуговицами? Раньше в любом доме были коробки с пуговицами. Это сейчас мы не срезаем пуговицы, не храним их. А раньше ты приходил, копошился, ковырялся, и обязательно в этой коробке находилась пуговица, например, 19 века. Почти всегда в любой коробочке есть такая пуговица. Люди о ней иногда даже не догадываются. Хорошие, интересные пуговицы покупаешь по одной. Их ждешь иногда годами. Вот у меня есть даже до сих пор пуговицы, которых у меня еще нет, и я их жду. Я думаю, что они появятся, потому что даже на данный момент вот те пуговицы, которые есть в моей коллекции, я даже о них не мечтала еще 16 лет назад. Узнаешь по крупицам. Вот особенно тяжело, кстати, с русскими пуговицами. Если благодаря вот этим всем каталогам иностранным у английских, французских, там, японских пуговиц очень много известно, то вот о русских пуговиц известно совсем мало. Потому что книг нет, отдельно каких-то трудов нет. У нас даже выставки, вот, посвященные только пуговицам, появились буквально недавно. Глядя на все это пуговичное разнообразие, трудно представить себе, что пуговица была настолько интересной и необычной для наших предков. Иной раз пуговицы стоили больше, чем само платье, на котором они были пришиты, и очень ценились хозяевами, а также передавались по наследству. Взяли металлическую пуговицу полую и внутрь помещали ткань, либо шерстяную, там бархат и так далее. И вот эта ткань, она и пропитывалась духами.
Они все красивые, я бы все их носила. И, ну, насколько искусна работа художника или миниатюриста, который там рисовал, или вот девочки-вышивальщицы, которые обшивали. Это же человеческий труд.